Есть такая легенда, что Сталин умер после того, как раввины прочли пульс Эд-Нура. Не знаю, это легенда или это правда и так далее. Вот это такой обряд, да, как отлучение от мира живых, как бы. Но я слышала еще о том, что такие обряды можно проводить только по отношению к евреям. Расскажите вообще, что вы знаете об этом, и можно ли на Путина провести такой обряд? Смотрите. Ну, я предупреждала, что вопрос немножко такой странный. Я готов отвечать на любые вопросы, но то есть, смотрите, пульс Эд-Нура, я не специалист по пульсу. Я специалист по благословениям вообще больше. Честно, чем Ну, по. вы же Да, слышали о таком обряде я что-то? слышал о таком обряде, да, пульс Эд-Нура, это на, там огненные плети называется, на арамейском языке это звучит. Вот, они проводятся, я не знаю, как, я не участвовал никогда на этом обряде. Я даже не знаю подробно, как он проводится. Я знаю, что делали его против, ну, не буду говорить, против каких-то, да, в Израиле. Плохих людей. Да, но это, но на самом деле он там делается определенным, да, если этот человек не, то есть, если Всевышний не хочет, то есть, это наоборот на этих людей падает, которые, это очень опасно, это вот опасно его проводить, те люди, которые проводят, они подвергают свою жизнь опасности. Вот, поэтому я не, как бы, не занимаюсь этим и даже близко не подхожу к таким вещам и даже не знаю, кто этим занимается. Вот. А вот что произошло в 1953 году, я вам скажу. Это не... Там было все намного проще. В Нью-Йорке, значит, такой праведник, Либавический Рэбе, Менахем Мендельсон Шнейс, он, кстати, родился в Николаеве здесь. И он большой праведник, и он руководитель еврейского народа. И он в Пурим, праздник Пурим в 1953 году, ни с того ни с сего, начал, сказал своим всем хасидам, там очень много народу, он сказал, кричать 3 раза «Ура, ура, ура!» 3 раза «Ура!» прокричать. Ну и все прокричали, не знали, что они кричат, там, то есть, есть часть, ну, зачем Рэбе сказал. Потом оказалось, на иврите, «Ура» — это «Гу-ра», «Гу-ра». Он злодей, или он плохой, он злодей, он злодей. И в этот момент, говорится, по нашей известной, по нашей, что у Сталина случился инсульт, и это второе было, это было Пурим, тогда пришелся, я проверял, на 2 марта, а случился инсульт, он уже, с которого он уже не оправился, и 5 марта он помер. Даже не хочу сказать, что он злодей.